С инициативой провести фестиваль в молодежный отдел города обратились президенты школ «Горячего ключа». На творческий призыв активно отозвались школьники курорта. 10 команд во главе с президентами школ собрались на сцене творческого объединения «Перекресток». Президент школы номер 9 Мельникова Екатерина и ее команда. Команды подготовили для фестиваля сразу несколько номеров для участия в 4 номинациях: вокал, хореография, художественное чтение и постановка миниатюр. По итогам творческих соревнований лучшими стали учащиеся второй школы. Серебро фестиваля досталось воспитанникам 9-й школы, а на третью ступень пьедестала почета взошли ребята из 17-й школы.